Сочи, Новороссийск, Анапа, Красноармейский район и Таганрог. Команды из этих городов представлены на краевых соревнованиях, которые проводятся на стадионе «Локомотив» в Хосте. В них принимает участие 58 спортсменов. Многие, как сочинец Родион Руденко, мечтают попасть в юношескую сборную Краснодарского края. Мастерству техники обучил тренер, а вот над выносливостью еще предстоит поработать, признается 13-летний Родион. Главное, чтобы не подводил классический лук. На нем несколько простых элементов. Вот полочка, куда ставится стрела. После идет гнездо, куда она вставляется. Кликер, он на стрелу вставляется, когда она дотягивается, он щелкает. И прицел. Стабилизатор, вот он, длинный. Он нужен для того, чтобы лук после завершения уходил вот в такое положение. Сочи на соревнованиях представлен сразу двумя спортивными школами. Наши лучники уже отличились на краевом уровне. На сегодня дистанция стрельбы для классического лука 70 метров, для блочного 50. Возрастная категория спортсменов от 13 лет и старше. Они принимают участие как в личных, так и в командных соревнованиях. Во-первых, соревнования для повышения уровня спортивного мастерства и отбор. Отбор – это четверо юношей, четверо девочек, четверо юниоров, четверо юниорок, которые поедут на российские соревнования. Таким образом, по итогам этих соревнований будет сформирована сборная Краснодарского края для участия в чемпионате России. Пока неизвестно, где и когда пройдет всероссийский этап, но ребята готовятся к нему основательно. Елена Овсецина, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.